досрочно голосовать только на 3 территориальных избирательных комиссиях, а не на участках по всему городу и в горизбиркоме. На ближайшей сессии депутаты Народного Хурала Бурятии должны принять решение, внести ли изменения в избирательный процесс. Соответствующую инициативу вносят депутаты Улан-Удэнского городского совета. Разбивка досрочного голосования по территориям облегчит доступность для избирателей данного вида голосования, приближение его территориально к избирателям. Я думаю, что вот эти последние выборы, которые проходят, показывают, что год от года число избирателей, которые голосуют досрочно, оно постоянно возрастает. Ну, где-то примерно в 2 раза от выборов к выборам. Поэтому такое решение будет способствовать оптимальной организации процесса голосования. По мнению народных избранников, новшество должно упорядочить выборы и предотвратить нежелательные процессы. Досрочное голосование только на 3 участках – это наибольший контроль, чтобы избежать подкуп и подвоз избирателей. Если же все-таки законодательная норма будет учитывать именно досрочное голосование на территориальных избирательных комиссиях, а их всего 3, соответственно, Железнодорожный, Советский и Октябрьский район, я думаю, что это снизит возможность для фальсификации избирательного процесса, это улучшит в том числе и такой общественный, моральный климат в нашем городе и в нашей республике, и, соответственно, больше будет веры в то, что все-таки контроль за выборами у нас более серьезный. Нововведение по досрочному голосованию планируется внести только на выборах депутатов Улан-Удэнского горсовета и мэра Улан-Удэ. Саднам Ирдынеев, Жаргал Цириндашиев, Новости дня.